shouts of space. Ну это что так, блядь, это что вообще творится? Это не понимаю, ну вообще. Че, вот так вот сейчас приедем, наверное. Но все равно. Всем привет, с вами Такс, и это не загружающий текстурки. Все лагает почему-то опять. И это, как бы, понимаете, уже Advance RP, сам RP я окончательно. Ой, епини мать. Японский бог Ктулху, где автобус? Сука. Все, это жопа, пацаны, это жопа. Как всегда, нахрен, как снимать начинаешь, даже на Advance тут роковать начинаешь. Но не в этом дело. Всем привет, с вами Такс, это Advance RP. Белый сервер, как вы понимаете, я начинаю играть здесь, потому что на сам RP мне навсегда заблокирован доступ. Да и вообще, Advance RP был в перспективе переходить туда даже. Без того, что меня там Аль Капоне обнулил мой аккаунт, а у него там обиделся он, оказывается. Ну, вы сами понимаете, почему. Ну, кто не понял. Вышло видео о том, как, где я приглашаю на эту, на 8-й сервер, там мы устраивали, типа, концерта такое, и что-то я там сказал про Кока-Колу, а как известно, Аль Капоне работает разводчиком Кока-Колы, в реальности, не забываемся, парни, пора забрасывать эти игры дебильные. Ну, в общем, дело так, он обиделся на это и, конечно же, обнулил без всяких предупреждений, без всяких вопросов, когда я был в офлайне, он удалил мой аккаунт ко всем чертям и... Никак это не объяснял, а если спрашивал админов, то они меня просто, это, банили, невидимо как бы. Ну, чтоб не видели люди в чат, что я был забанен и все дела. Ну, в общем, на сам РП мне заблокирован доступ до 2038 года, и зайти я вообще не могу. Поэтому я начинаю играть на Advance, и новый сезон самп будет открываться на Advance РП. И всем рекомендую перейти на этот сервер, это офигенный сервак. За исключением того, что стоять! Блять, я говорю, что добрые люди. Тут даже автобусники останавливаются. Ну, в общем, если хотите помочь ударить по проекту сам РП, покупайте у меня аккаунт. Они у меня есть. У меня на странице ВКонтакте. Вы можете увидеть, я уже... Но это не важно, откуда они у меня. Но все же, будем мешать все-таки теперь сам РП развиваться, поскольку они сами этого захотели. Почему Аль Капоне себя ведет как полный придурок, обижаясь на то, что где-то там на ютубе какой-то школьник сказал, что он там козит Кока-Колу, и это обижается. Вроде бы и серьезный человек, да, и вроде бы ему тоже нет, извините. Ну, все равно. То есть, что делать? Сами понимаете, переходите на Advance, потому что здесь я только буду теперь играть. Да и вообще люди говорят, что здесь легче всего развиться. Сука. Это у меня тормозит, что ли? Ну вот, мне Advance RP действительно нравится сервер, и вот белый сервер, он открылся недавно, отказывается. Раньше я играл на Red сервере. Ну, в общем, сейчас я поеду на шахту, хотя бы заработаю деньги на водительские права, на самое важное. Подниму второй левел, и уже начинаем охотно снимать все это и развиваться. Будем здесь все делать, здесь будут нормальные, цивильные, действительно, вообще прикольные это сходки. Все будут вообще все прикольно. Ну... Да и вообще, здесь даже Денис Громов, как вы знаете, я с ним довольно давно уже знаком и снимаю. Он тоже играет здесь. И даже Ричи, который получил из-за меня, что вообще очень странно, он тоже от Аль Капоне схватил. И он перешел на этот же Advance RP белый сервер. И сейчас очень много, сука. Ну вот переверись, вот так вот будет правильно. Вот так вот будет по законам. Ну... Мы оба на четырех колесах, и хотя бы этим я рад. Ну, в общем, Advance RP действительно мне пока еще нравится, потому что этот мод я ни хрена не знаю, я вообще ничего о нем не понимаю. Только так поверхностно знаю, играл тут на Реди, до второго левела вроде почти докачался, и все-таки перестал играть, потому что тогда уже люди требовали один сам РП сплошной, так что я уже приехал на эту шахту. Так. Меня уже и здесь узнают, но это отлично получается, значит, особо мне не о чем расстраиваться. Так, как работать на шахте, я вроде бы помню еще, так что сейчас вы увидите это все. Так, в общем, я вижу уже людей, которые таскают эти тележки, замечательно все выглядит. Вы сами знаете, Advance по оформлению, конечно же, побеждает сам РП, да и вообще мод более такой, как сказать-то, позволяет более РП отыгрывать, чем этот вшивый самп. Так, блять, я забыл где-то. А, вот все, вспомнил. И... Так, вот здесь вот одеваться вроде одежда. Так, банихопить здесь можно. Это тоже замечательно. Так. Вот, сейчас наденемся.
Так, вот эти вот надо херни еще купить, они бонус там дают, когда снимаешь форму. Но у меня 70 вирт, хули, что с меня взять? Бомж. Самый настоящий бомж. Так что помогайте, пацаны, кому не жалко, хоть чем-нибудь. Мой ник не Мэтью Росс, а, как вы понимаете, тот самый первый ник, который у меня был, когда я начинал снимать сам ПРП еще, когда я первое обнуление еще не получил. Вот, как вы видите. Так что пишите, все дела. Так, вот надо вроде встать. А, да, вот. А то я раньше подходил, нажимал левую кнопку мыши, меня ткикало ко всем чертям. Я не понимал, что сделать. Сейчас мы натаскаем по-быстрому. На, там, косарь, наверное, надо натаскать мне. Так, как я помню, одна тонна камня, это 2 вирта. Или 1 килограмм, какая тонна тут. РП же, пацаны все. Так. Ну, сейчас, блядь. Тут еще бегать нельзя, кстати, да. Так, и в шахту я туда пока не думаю спускаться, потому что там какая-то херня. Вот у нас 64 вирта уже в кармане. По-быстренькому сейчас на косарь насобираем и будем сдавать на права. О, меня еще один человек узнал. Так. Что надо? Я снимаю, пацан. Ты попал. Первый человек, который... Нет, там еще один был, кстати, в автобусе сидел. Ну ладно, второй человек, который попался в кадр. Так. Вот, все замечательно. Здесь узнают. Ну, видимо, люди уже либо сваливают, либо они тут реально играли. Блять. Руководство шахты. Да пошел ты ко всем чертям, а! Сучина. И что, мне сейчас туда пидорить, забирать? А кто такой такс? Да основной канал, матерь ваша, я. Давай сюда беги. Вот, еще один узнает, что такое. Так, надо сдать форму, забрать эти вшивые 64 вирта. Давай сюда. Да, хочу завершить. Да, я сказал 64 вирта. Сука, я спалил свой скин. Так. Ладно, пойду дальше работать. Ну, ну значит, все, я пока не буду ничего снимать, по сути. Буду... Так, буду... Сейчас заработаю по-быстренькому и начнем дальше. Так, а давайте все-таки залезем в эту шахту. Так, сейчас я так, лифт, команда лифт. Так, подожди, он там занято что-то, да? Лифт, все. Давай, поднимай сюда. Ожидание. Шахты и подъемники используются. Ну давай, поднимайся. Правда, это очень до. Вот, все, ждем. Сейчас придет лифт. Я вам покажу. Там вроде $100, да, 100 вир, тут вирты, тоже вирты, как на сам ПРП. 100 вир дается за бонус, как бы, подземной добычи. Так что ты добыл, например, 40 килограммов, ты получаешь 180 вирт. А тут долго, дольше, чем вот там, вот я думаю. Ой, бред. А вот приехала эта коробка, там вечно какой-нибудь застревает, и на альте какой-нибудь бомжара выходит. Иди отсюда. Вы чё, донные? Вот, валите отсюда. Так, вот лифт прибыл в эту подземную шахту, он довольно-таки долго спускается, ну... Все по РП. Вот мы начинаем добывать уголь. Или что мы вообще? Руду какую-то мы вроде железную толкаем. Никому не нужную. Я помню, еще первый раз купил ее на все деньги и не знал, что с ней сделать. Так, вот, все, я добыл эту тележку несчастную. Тут еще вроде аккуратнее надо проходить где-то. Я не помню точно. Блять, стоять! Стоп! Стоп, 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 стоп! Есть, я успел! Фускех! Успех. Так, ладно, не двигается, главное. Все, больше не будем. Где парни? Пропали все разом. А, нет, это у меня просто лаги. Вон они внизу догоняют меня. Как до хера просто 29 килограммов. Нет, я буду лучше все-таки здесь добывать. Это бредятина полнейшая почему-то, мне кажется. Так, вот нормальные люди здесь все добывают. Правда, их опять толпа хреново куча. О. Так, а вот я узнал, что если купить рюкзак, то ты получаешь $3 за килограмм руды. Так что давай быстрее колоти. Сука. О, давай, давай, давай. Тут, кстати, проект видно, что делали люди, которые знали то, что, сука, сломал тележку. Да не... Да мне насрать.
Так, пойдемте снимем и заново оденем. В общем, здесь видно, что люди, которые создавали этот мод, действительно знали, что нужно игрокам. И это не тот бесячий сам ПРП, на котором ни одного нововведения достойного. И все не выглядит так, короче, как надо. Заканчивай работу. Ну, конечно же, как всегда, вот, смотрите, да уйди отсюда, вот, на эту стою, и ничего не происходит, они только бегают, и у меня ни шахту эту не копают, ни хрена, вот, как завершить работу теперь, я не знаю. Это бред. Это полнейший бред. Да я уже достал от этих бомжак застревать. О, подожди, может, так сесть можно. Все, как не зайдешь, застрянешь, бомже. Во, так круто. Все, вылазим. Сейчас, короче, я задонатил 10 рублей, короче. Мне смысла нет ковыряться. А много донатить я не буду. Вот это. Хоть тут сам не знаю, кто хоть тут играет, но все равно донатить я не буду никогда в игры. Это бессмысленно, это вообще смысла нет, но ковыряться на шахте, знаешь, что у тебя интернет опять повиснет. Это время свое терять только. Так что. Донат вроде надо прописать, нас заставляют. А, зачислить эту сумму на мой аккаунт, конечно. Так, вот. Где? Так, они на банковском счету. Теперь я добегу до банка, там телефончик куплю, скин себе, все. Так, будет уже нормально. И сгоняем уже, сдавать на права пойдем. И будет все круто. Так что мы уже почти освоились, считайте. Так что все будет такие же летсплей, как на сам ПРП, но только на немножко другом сервере. Ничем они, по сути, не отличаются. Даже онлайн здесь высокий. Так что, Адванс, скоро он будет развиваться лучше, чем сам ПРП, это вам серьезно уже говорю. Поэтому всем рекомендую сюда переходить и играть вместе со мной, тем более. Так, вот я прибежал, вот этот, как он, торговый центр или как это? Ну да, торговый центр, сейчас я скин какой-нибудь более-менее прикупим. Тут они дешевые, кстати, и прикольные скины здесь. Все, ой, что тут? Тут опять гоняет, тут мусора, походу, что творят. Ну, конечно же, как любой бомж, пришедший сам ПРП, я куплю этот скин за 5500. Бля, деньги на руках, сука, должны быть. Ну, в общем, я его куплю, сейчас он 4 ляма на сам ПРП стоит, кто не знает. Так, ну, в общем, типичный дурак, ну, причем он нормальный скин за такие деньги, считай. Так, где банкомат-то, я не знаю даже. Так, здесь я буду соблюдать всегда РП, поэтому мы спросим вежливо. Так, сейчас мы спросим, где тут банкомат. Ну вот и доспрашивали, как всегда вылетело. Чё, круто. Ой, сейчас снова зайдем. А вот и банкомат, кстати, нашелся, как раз круто. Так, ну какой-то вечно бомж стоит перед ним. Нажмите левый альт, снять со счета. Так, 5. Так, еще что надо нам? 5, это косарь еще снимем. Все, погнали до магазина одежды сейчас и купим все скины и поедем сдавать на права. Бля, да ты что издеваешься, опять вылетел? Что за бред-то, а? Сука. Че он вылетает-то? Так, вот, все, я прибежал. Наконец я купил скин за 5500. Он вообще прикольный, короче. Сейчас побегу в автошколу. В автошколу надо как-то доехать, короче говоря. И там сдать на права уже на водительские. И начинать уже нормально все. Докачать левел и найти какой-нибудь автобусником или таксистом, куда я там еще не знаю, куда там идти и с какого уровня. Но вообще без водительских прав на РП сервере делать нечего, поэтому скин у меня есть, теперь я не бомжик хотя бы такой, ну и вообще так-то прикольно он смотрится. Так, все, сел на автобус, который едет до шахты, там я спрыгну уже пешком как-нибудь, доеду, добегу. Или подождите, может таксист он? Ну-ка, подождите, таксист, вот лучше с ним съездить. Так, давай, вези меня к автошколе. О, да вы смотрите, тут даже в машине эта анимация проигрывается, что ты что-то там сказал. Вот это вот круто, действительно. Так. Так, окей, так, пей 105 300. Так, я не второй левел. Все, насрать, только деньги лишний раз просрал. Таксист тупой, там второй левел надо, видимо, чтобы деньги передать. Так, он тариф не может включить, так что я поеду все-таки на автобусе и там уже решим. Так, все, здесь мне уже выпрыгивать надо. Бай-бай. Вот как вовремя чистого там моста. Сейчас пешочком добежим, тут недалеко.
Так, и сдавать на права. Там я помню, что надо много вопросов всякие отвечать на них. Это проблема действительно уже.